Газон є головним фоновим елементом саду. Після тривалої зими зелена галявинка потребує особливої уваги захисту від бур'янів, хвороб та шкідників. Компанія Сингента у своїй лінійці має високоефективні препарати, покликані усунути будь-яку неприємність на газоні. Всі вони продемонстрували високу ефективність та безпеку при проведенні наукових досліджень. Як правильно і за яких умов застосовувати той чи інший препарат, розповість менеджер з технічної підтримки напрямку «Професійні рішення» компанії Сингента Віктор Терменов. Начинается весна, да, есть последствия от снежной плесени, есть последствия тифулеза. Прекрасный продукт Максим и прекрасный продукт Квадрис. Можно делать смесь Квадриса и Максима и обработать газон, потому что они дополняют друг друга. Здесь уже и защитная, и лечебная функция, и профилактическая функция, и спектр гораздо более широкий. То есть в этот период вот этими двумя препаратами вы поборетесь с остатками снежной плесени, с остатками тифулеза, поборетесь с резоктонией, поборетесь со склеротинией. Квадриса берется 6 мл, Максима 10 мл на 5 литров воды и производим опрыскивание. Перед застосуванням препаратів спочатку бажано приготувати маточний розчин в окремій тарі об'ємом 1 літр, щоб уникнути випадання осаду та розшарування. Стосовно квадрісу, варто зауважити, що його можна використовувати у чистому вигляді в період вегетації газонних трав з травня по липень двічі за сезон. Отлично он будет работать по ряду болезней, которые возникают на газонах. Это и мучнистая роса, это септориоз, красная нитка, ну и ряд других болезней. Головні переваги квадрісу – ефективний проти чотирьох класів грибів. Новий унікальний механізм дії забезпечує відсутність перехресної стійкості патогенів. Знищує як грифи, так і спори гриба. Безпечний для рослин, споживачів і довкілля. Такий препарат Актара – інсектицид. Многим він известен, хорошо себе зарекомендував на многих культурах. Но, к сожалению, на газонах є ряд вредителей. Это может быть личинка майского хруща, это могут быть проволочники. И ближе к осени появляется личинка комара долгоножки. Они выстригают газон, делают плешины. Поэтому вот системный продукт Актара отлично будет защищать. Применять очень просто. Вот спаренная упаковка 2 по 6 грамм – это максимальная норма на одну сотку газона. Можно использовать садовую лейку. Взять садовую лейку 10-литровую, просто вот растворить в ней актару и полить газон. Этого достаточно будет на полгода. Селестоп – нещадний до снігової плісняви, фузаріозних, гельмінтоспіріозних, кореневих гнилей, септоріозу, злакових мух, попелиці, цикадок, довгоніжок. Препарат Селестоп, многим он известен, по борьбе с колорадским жуком, по борьбе с почвенными вредителями на картофеле. Вот. Но хорошо работает именно на газонах для защиты от болезней и тех же самых вредителей. Это протравитель зерновых культур, протравитель картофеля, но препарат уникальный. Здесь три действующих вещества, два фунгицида для борьбы с грибными заболеваниями, системные и контактного действия, и инсектицид для борьбы с теми же самыми вредителями почвенными, и, скажем так, тля или там какие-нибудь мухи могут появляться. В наших опытах он показал себя очень хорошо при ранневесеннем применении. То есть не совсем ранневесенний, а когда закончился зимний период, газон начинает отрастать, вот где-то вот в этот период можно пробовать применять этот продукт. Использует Селестоп методом опрыскивания из расчета 20 мл на 5 литров воды, и это на одну сотку газона. Есть такой гербицид «Ураган Форте». Его мы рекомендуем применять для подготовки газонов. То есть, когда вы размечаете участок, разровняли его, завезли грунт или не завозили грунт, вот, спровоцировать рост сорняков максимальный, вот, а потом обработать ураганом. То есть, ураган уничтожит многолетние сорняки. После применения урагана через 2 недели просто эту массу сухую можно убрать и дальше либо сеять газон, либо расстилать рулонный газон. То есть в последующем у вас будет гораздо меньше хлопот именно с многолетними сорняками.